Англійська мова та IT-технології. Вже декілька років поспіль завдяки навчальному проєкту ArcelorMittal Кривий Ріг діти співробітників підприємства можуть отримувати знання у двох галузях. Для них організували профільні заняття в спеціальній школі. Вже за короткий час вони стали популярними та довели свою користь. Школа у нас уже организовывается в этом году четвертый год. В этом году у нас будет обучаться 1118 детей, работников предприятия. Это обучение является бесплатным для наших работников. Также участвуют и в этом обучении дети ИЧП Steel Service и весовые системы. Навчання довірили досвідченим педагогам. За три года мы уже обучили более 2000 детей по английскому языку, более 1000 детей по IT-технологиям. Также у нас было в этом году летом обучение в детских оздоровительных лагерях «Парус» и «Буревестник», где было более 6000 детей прошли это обучение. Цікаві і насичені уроки дозволяють засвоювати знання швидко та в необхідному обсязі. Мне это нужно, поскольку сейчас идет большая ставка на IT-технологии, и они постоянно развиваются. У нас идет экспресс-модель обучения. Это проектное обучение. Мы берем большой какой-то проект, и на основании этого мы обучаем детей каким-то базовым вещам, то ли программирование, то ли алгоритмизация. А в этом году мы еще новую ввели линию – это робототехника. Добра традиція двох смарт-напрямків отримала своє продовження. Цьогоріч світ побачить Арселорівська школа юних інженерів. Дети от 9 до 15 лет планируем обучить в этом году 120 человек. Программа обучения будет входить опыты по физике и химии, робототехника, электротехника, а также мастер-классы по работе с деревом и металлом. На підприємстві впевнені, що школа юних інженерів зможе стати популярною. Діятиме вона доти, доки в її уроках будуть зацікавлені криворізькі діти. Олег Хендриксон, Андрій Абрамов. Цей день.